Привет, Потапыч, привет. Потому что Маша с малышами, она в спячке. Их отсоединили. Вот в чем дело. Ну, сейчас тебе дадим, Потапыч. А сейчас туда дадите, он провалится. Ну, нет. Он лед. Ничего с провалится, ничего страшного. Ох, у вас тут припасы. На. Он если зацепит, то зацепит. О, понравится? Как тебе? Давай еще гепардом тогда дадим. Нравится, как ты будешь кушать, как бы мне, как он кушает. Очищает. Хрум-хрум. Хрум-хрум. Потапыч. Нравится такая рыба. Пеленгас. Вот так. Пеленгас. Вкусно? Потап. И в глаза нельзя смотреть. Вот так они едят рыбку. Красота у него там такая. Обалдеть. Выпрашивает, хоть посмотреть. Вкусно съел. Да? Ням-ням-ням. Ух. Берлога. Чё ты спишь? Миша, тебе забыл рыбу дать чё? Ты серьёзный, наверное. Шикарный, шикарный. Да? Представляешь, когти? У них вот этот вот бугор, это сила лап. Мускул. Да? Мишина, махина. Ой. Аттракционы прыгает. Представляешь? Да? Трогает лед на прочность, да? Миш. Танцует. Ты ж выпрашивает. Ой-ой-ой. Да? Для них же не холодно сейчас будет. Самый раз. Он даже жарко, мне кажется. Потапыч, что ты? Закрыли тебе ход. Медвежатки, значит, будут. Да. Это вон. Да? Вон Маша, Настя, как ее там? Вот он туда хочет к ней. Она вон там в берлоге спит. Но ухо ведет, чутко спит. Малышки скоро будут. Тут не видно. Если бы решеток, сука, не было. Да? Да? Артист. Спит. Мама спит, она устала.